Warner Brothers совместно с 20 век Fox не представляют. Что и как Лена Тейшелл сочиняет и вытворяет. Художественно, юбилейно, праздничном поздравлении. Просто хорошего человека. Виктора Зарубина. Вступление авторское, лирическое. Приятного просмотра. Разбуженные солнцем в попыхах, года летят, как будто птицы на рассвете. Пусть серебрится седина уже в висках, и снова прожитый тобой год уносит ветер. Лихой тройкой мысли скачут в голове, чего хотел, о чем мечтал, что сделал. Пусть это сгинет в вечной суете, что не сбылось, о чем забыл, где не был. Решая быстро бесконечный дел поток, ступаешь или бежишь, отсчитывая время. Я слепо верю, что усвоишь мой урок, но все равно иду наперекор тебе быстрее. Где нужно подтолкну, а где смогу остановить, не принимая от тебя ошибочных решений, чтоб теплым светом путь твой озарить, разжечь огонь твоих лихих свершений. Тебе всего лишь 50, и не уже, и не еще, а только, чтобы идти вперед не обращать внимания на то, осталось сколько. И пусть ты в каждом радостном мгновении мог находить покой для сердца и души, но извини, я не смогу замедлить время, поэтому сейчас живи, люби, дыши. И да, с любовью, жизнь, ведь я люблю тебя безмерно. Наши поздравления за бескрайними полями, за лесами и горами. Среди сосен, говорят, есть мужчина просто клад. Но для меня старший брат. Почитатель букв закона на работе, да и дома. Плюс отличный семьянин. В общем, редкий гражданин. Недаром слухи ходят, что теперь не производят современных мастерских. Замечательных таких. Только лишь в Алтайском крае. По секретной рецептуре знаю. Их кое-что волосла, раз в столетии не было. И от вас скрывать не буду, мне досталось это чудо. И тебе, наш золотой, мы желаем всей душой. И здоровья, и достатка. И отменного порядка. Чтобы в каждом новом дне жизнь успех несла тебе. Улыбайся и цвети, позитив друзьям дари. И ни в чем не сомневайся. Каждым мигом наслаждайся. Вот отгремели звуки поздравления. Слышишь? Пора на праздник. Ты прекрасней всех и любимей всех. Пусть сегодня льется твой счастливый смех. С днем рождения! Автор идеи, стихов, съемки и монтажа, а также голос за кадром Лена Тейшелл. Почитатель. Плюс. Блин, давай. Так. Я говорю и здоровье, и достатка, а ты и отменного порядка. Понял? Напомнил? Ага. И недаром слухи ходят, что теперь не производят. Недаром слухи ходят, что теперь не происходит. Второй дубль. Ты первую строчку говоришь. Ну? И недаром слухи ходят, ты говоришь. А,
Ну, сначала ты будешь, ты замечательный. Да, я сам замечательный.